Антиковидную поддержку городского бизнеса Чукотки продлят на 2022 год. По поручению губернатора Романа Копина в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, введением новых ограничений и сложной навигации в 2022 году бизнесу будут возмещены затраты по коммунальным услугам за ноябрь и декабрь 2021 года. В округе на сегодняшний день антиковидную поддержку получили 57 субъектов городского бизнеса на общую сумму 25 миллионов рублей. Затраты по коммунальным услугам компаниям и индивидуальным предпринимателям из определенного перечня отраслей компенсируется до уровня тарифов для населения. В случае приостановки деятельности на период более 7 дней в полном объеме. Для общепита, как наиболее пострадавшей от пандемии отрасли, в текущем году приняты отдельные региональные решения. Компаниям данной сферы возмещение затрат по коммунальным услугам за период с 1 декабря 2020 года по 31 октября 2021 года предоставляется в полном размере, а также в размере 80% компенсируются расходы по арендной плате за коммерческую недвижимость, произведенные с апреля по декабрь 2020 года. Прием заявок на сегодня открыт во всех муниципалитетах.